Володь. Привет. Привет. О, как тебя зовут? Диана. Очень приятно, меня зовут Андрей. Сколько Друзья лет? Меня Андрей Кокошка называют. Хорошо, сколько лет? 23 мне. Руслан, Руслан, я не пойду. Закрой дверь, пожалуйста, Руслан. Я с девочкой общаюсь, приятный. Сколько тебе еще раз, 18? Да, мне 18. А ты с какого города будешь? Из Москвы. Я тоже из Москвы. Какая ветка? Красная, красная, на ЦСКА живу. А, ну у меня серая ветка, на Латухево. Прикольно, прикольно. А что ты в Москве делаешь? Ты коренная москвичка? Да. Реально, я тоже. У тебя прям все поколение, ну, родители твоих жило, да? Да, родители. Родители у меня жили здесь. Ну, прикольно. А чем ты занимаешься в Москве? Как тебя вообще зовут? Диана. Угу. Это да, про... Сори, у меня с памятью просто некие проблемы, когда с девочками общаюсь, чуть-чуть нервничаю, реально, давно опыта не было. Понятно. Ну, короче, я учусь, закончила 11 класс. О, круто. То есть ты сейчас в универ поступаешь, правильно? Да. Прикольно. Слушай, а можешь про свой выпускной рассказать? Ты в каблучках была, в юбочке? Что еще рассказать? Ну, на выпускной ты в чем была? В каблучки, там, юбочка? На выпускной я была, да, на каблуках и в платье. О, а платье черное? Да, черное платье, обтягивающее. Обтягивающее? Угу. Стой, а каблучки с открытыми пальчиками? Ну, там, педикюр был у тебя условно? Да. Какой цвет? У меня был черный. Клянись. А сейчас какой? Я с розовой. Ёлки-палки. У тебя форма ногтя такая квадратненькая, еще приятная, да? Да. А у тебя есть парень? Нет. Что ты такая, ну, прям, ну, скромняшка? Почему? Не скромняшка. У меня нет парня. 2 месяца назад мы расстались. А вы долго встречались? Год. Прикольно, прикольно. И что, ну, типа, ну, извини за личный опрос, ты порванная? Нет, я только 11 класс закончила. Так вы же год встречались, а что вы делали целый год? Ничего. В кино ходили. Ну вот смотри, ну тебе же самой смешно с этого, то что, ну, как бы вы год в отношениях, у вас ничего не было. Ну да. Ну а почему тебе смешно? Да я, как предполагаю, ты его особо не хотела, да? Ну да. А что, лох какой-то был? Мне кажется, ты очень достойная девочка, которая ходит в обтягивающем платье с черным педикюрчиком в каблуках. Ну потому что он пидорас, поэтому потом я его и кинула. Осуждаю! А что он сделал? Он родился на моем... Чё, говори нормально, говори внятнее. Ну просто, вот он постоянно эмоциональные качели, нестабильный. Нет, таких гондонов мы вообще не любим, но понимаешь, если мужик, он должен вот с характером быть. Как он сказал, значит, так и будет. Ну вот, а он не был таким, поэтому вот сразу в бан полетел, я его бросила, когда закончился конфетно-букетный период, и все, потом он стал меняться, типа такой. Не, ну ты правильно сделала, ты с лоха, короче, бабки залутала, конфеты, цветы, и пошел он нахуй. Да, именно так. Молодец, молодец. А что у тебя вообще какие планы летом, чем ты занимаешься? Я на даче, ну, 24-го я приезжаю. Сколько ты весишь? 40 килограмм. А рост? Рост у меня 166. Прикольно, ну ты вообще молодец на самом деле, у тебя очень хорошая фигура. Я бы сказал, у тебя модельная фигура. Слушай, ну, а ты вообще, ну, друзей ищешь в Москве? Да, в принципе, да. У тебя много друзей? Я просто слышу, что ты очень общительный и прям у тебя... Короче, у тебя очень приятная аура, ты людей притягиваешь. Да, да, у меня приятная аура, я знаю, потому что я на дорогу, да, и занимаюсь этим всем. Чем ты занимаешься? Таро, я гадаю на Таро и занимаюсь такими аурами, и ауры изучаю там. Прикольно, ну, стой, если ты реально занимаешься Таро, это пиздец. Ты знаешь Олеся Иванченко? Кого? Олеся Иванченко. Нет. Она еще шоу ВКонтакте какое-то ведет, там с картами Таро связано. Нет, я ее не знаю. А ты можешь погадать моему другу сейчас? Ну, смотри, короче, у меня ситуация. У меня мой близкий друг переехал в Москву из Европы. Вот, ты можешь, пожалуйста, ну, тебе тяжело сейчас будет погадать? Ну, в принципе, могу, но мне нужно имя, полная дата рождения. Без проблем, я тебе сейчас все скажу. Нет, еще фотография лица мне нужна, потому что я его даже, ну, как бы не видела, как я это сделала. А можно дать ТГ, я тебе его фотку скину? Смотри, у него сейчас некие проблемы с деньгами. У него с финансами полный пиздец. Угу. Вот. А и он работает кем? Он, скажем так, в медиасфере работает со всякими крупными брендами и со всякими крупными личностями. Угу. По знаку зодиака он там. А, получается, 18 сентября он по знаку зодиака, получается, дева.
Да. Сейчас я встану, пока разложу карты. Сейчас. У него в чем хуйня? Он переехал в Москву, и у него огромные проблемы с финансами начались. Начались после переезда в Москву. Да. И переехал он из какого города? Из Литвы, из Европы. Понятно. И хули он переехал? Ну, зарабатывать деньги. А что его там не устроило? Его все там не устраивало, у него ни друзей, ничего, ни заработка там не было. Он просто переехал в Москву зарабатывать деньги. Руслан А Панов. раньше, подожди, а вот с тобой он как познакомился? Раньше у В него интернете мы денег? познакомились, в игре, в Roblox, в Шрека Болото играли, Болото Шрека. Понятно, понятно. Так, сейчас У него подожди. еще есть небольшая фигня, он же с Европы, он, ну, мальчиков, короче, любит. У них там это нормально. Подожди, он гей, что ли? Ну да. Какой кошмар! Не-не-не, типа, ну, все, он хороший парень. Мысли не могут быть хорошими. Это не традиционно. Все, давай по картам Таро, пожалуйста. Он очень хороший парень. Правда, можно? Не надо Не, мучать, да. не, не, я не кричу, он просто реально, он очень хороший парень. Как бы давай. Подожди, ну все, дай мне погадать. Так, значит, смотри, Руслан хорошо. Панов из Литвы в Значит. Москву, заработок денег. И скажи, что у него дальше с деньгами будет и как у него в отношениях с парнями будет. Короче, проскинись, проскинись. Сейчас я сначала посмотрю, что он, кем он является. Это самая база, вот что я смотрю всегда. Кем он является? По жизни или по профессии? Блять, проскинись, не мешай мне катать. Все, завалил ебало, слушайте. Я тебе могу фотку во все лицо еще скинуть. Ну я же сосредотачиваюсь, ты можешь Все, закрыть. извини, я не хочу нити с космосом оборвать. Все, я молчу, прости. Как его зовут? Руслан. Руслан. Так, я бы сказала, что у человека очень хорошо развита интуиция. А То, что интеллект? не надо меня перебивать. Все, завалил ебало, извини, говори, говори. Я бы сказала, что человек сам по себе очень такой мудрый, образованный, я бы даже сказала, какой-то. У него какое образование? У него он политехнический колледж закончил, он инженер. То, что он что-то с наукой у него связано, как будто вот мне показывает такое, что прям что-то связано у А, него. стой! После политеха он пошел в универ, он на повара отучился. Так, еще что могу сказать, то что как будто бы у него, знаешь, типа, как будто бы не раскрытое будущее, то что что-то он еще будет хорошо изучать, и в какую-то, возможно, вообще пойдет сейчас в сферу, которая вообще не связана сейчас с его профессией, и вообще будет изучать другое, и будет зарабатывать деньги на другом. Так, сейчас смотрю. А ты можешь поближе к микрофону говорить? Очень тебя плохо слышно. Ладно, сейчас вот так нормально слышно. Да. Так, еще я бы сказала то, что сейчас он действительно, как ты сказал, находится в какой-то депрессии, что сейчас его прям душит. Какая-то вот у него, во-первых, из-за проблем какие-то со здоровьем, возможно, начались проблемы, что-то у него как будто бы психосоматика какая-то тоже сыграла. Сейчас кризис какой-то у него, короче. Да, Очень. ты в точку бьешь. Давай, да, еще тяни нитки с космоса. Боже, откуда не мешать мне. Так, еще, что бы сказала, что человек как будто бы очень сильно любит помогать другим. Короче, сам по себе очень добрый человек, как будто бы он там... Животные домашние есть у него. Да, собака. Вот, как будто бы очень любит каких-то животных, очень любит там, ну, типа, допустим, вот бомжам идет, бомжа увидит, тоже там кинет ему какую-то монетку, поэтому что-то такое, то есть постоянно очень любит помогать кому-то вечно, он тоже вот Ага. многие люди как будто пользуются этим, что-то такое. Мне кажется, что вот из ее вот этой вот доброты даже возможно, что-то какие-то проблемы у него и начались, как такое что с этим связано. Так, сейчас я еще посмотрю, как он является. А это сколько ты карт уже достала? И карты сейчас четвертая. И потом карту совета, пожалуйста. Молчать. Так, я бы сказала то, что он сам по себе как будто бы оптимизм такой, ну вот оптимистичный человек, то есть несмотря на то, что он такой в пизде сейчас находится, он все равно не прям не свою злость на других людей не выплескивает, то есть он держит в основном все в себе и, ну типа на людях у него всегда улыбка, вот. Так, ладно, сейчас смотрим, какое конкретно вот будущее его смотреть. Да, будущее, что у него будет на протяжении этого года. Охуеть, Хорошо. ты все попадаешь в точку, откуда ты это знаешь? Да, вот такая я. Ну, это карты, колонка у меня. Так, смотрим, значит, что у него вообще там будет? Что, как же сложится у него в ближайшее время жизни? Выберется ли он или нет? Что-то у него еще будет.
Я бы сказала, так, у меня правосудие, значит, у меня... Я бы сейчас по соседней карте, сейчас посмотрим. Как будто бы достижение. Да, все будет хорошо, достижение, удовлетворение, счастье. Вот, поэтому по-любому все хорошо будет, пусть не переживает, то есть черная полоса скоро закончится. А вот я точно хотела, вот он с кем-то судится сейчас, там есть какие-то у него суды, что-то такое. У него, смотри, какая у него не суды, у него долги есть. Он как бы у своих коллег по работе очень много денег назанимал и не отдает никому деньги. Понятно, ну вот какое-то правосудие будет, я прям уверена, что в этом, что он то ли расплачется, то ли другие расплачиваются, что-то будет, какая-то развязка в этом плане будет. Там. То есть за него кто-то другой долги погасит? Нет, просто что-то в этом плане продвинется. То, что сейчас не продвигается, потом либо у него деньги появятся, он их выплатит, либо там как-то само решится. Вот в этом плане что-то такое случится. Я понял. А его могут депортировать на родину, или там нет такой карты депортации? Ну, такой карты, знаешь, как-то нету. Я просто смотрю, сейчас подожди, не мешай. То есть как вот так. Что нужно? Как, что нужно делать? Руслану, чтобы нормально все было, чтобы все хорошо, да. Давай, делай. Ой, знаешь, у меня тут падает карта влюбленные. Я бы сказала то, что у него есть девушка. А, блядь, нет, вообще не бывает. Алина. А он же гей. Ну, как бы, смотри, он би. То есть девушка у него сейчас есть. Он би, смотри, он и туда, у него не, смотри, у него, нет, я скажу, у него, знаю. Не, у него не девушка, у него просто есть подруга, в которую он, скажем так, которая ему очень нравится, Алина. Ну, я не знаю, как это будет или нет, просто вот у меня такая карта, как будто бы то, что ему нужна какая-то любовь, ему нужно влюбиться, вот что-то такое в этом связано, то, что с любовью, с каким-то вот с этим планом как-то пройдут проблемы. Сейчас я еще посмотрю. Да ебать, ты там пол колоду уже на него достала! Чё ж такое-то, блядь? Нет, не пол колоды. У него чё за жизнь, ебать? Так, что же еще ему нужно сделать? Я ему сказала, что ему нужно... Знаешь, что сзади? Что-то чёрное. Сейчас. Я почастил. Сейчас. Так. Интересно. Что-то не то. Ну тебе самой интересно, да? Скажи, необычная личность. Так, молчать. Значит, как будто бы что-то у него какой-то путь к новому. Путь к новому берегу, я бы сказала. То есть деньги у него появятся, когда он, как я уже и сказала, вот то, что... Заброшка на острове? Ты можешь что за... Извини, эмоции, я... Ты просто все в точку попадаешь про моего братана. Вот я раньше, вначале сказала, то, что, возможно, у него какая-то будет сейчас новый путь, новое какое-то развитие вообще в другой отрасли. И вот сейчас вот мне говорят, то, что он должен, ну, именно стремиться к этому новому, то есть... но больше изучает, не на одном месте стоять. Там, поэтому там в шоу-бизнесе не получается, надо дальше идти, то есть там... На СВО другой. Можно ему пойти? Он думал об этом. Куда? СВО. СВО? Пусть идет куда захочет, но явно пусть меняет какую-то обстановку, потому что сейчас я не думаю, что... Вот я даже сейчас спрошу специально, повезет ли ему... Где он в шоу-бизнесе, да, работает? Он работает в медиасфере, да? Да, с артистами, с блогерами. Бустера по-любому знаешь, Андрея Кокошку. Он с ними не работает. Не мешай, все, молчи, не мешай. Так вот не ебало затыкать нахуй! Таро, тащи, блядь! Да ты заебала, что листать? У тебя в колоде три карты, ты, да. Блядь... Туз кубков. Я бы сказала то, что ему очень сильно приносит радость. Это работа в медиасфере. Да, это факт. Ну, так, сейчас я посмотрю. Приносит ли как бы доход вообще, будет ли с этого какой-то. Я бы сказала, да, доходы с этого будут, что прибыль с этого в любом случае будет, как бы здесь, как бы даже, я не знаю, сейчас я уже запуталась. Но прибыль крупнее будет, нежели сейчас, в разы? Я тут не написано в разы, я просто хочу сказать... Как не написано, цифру скажи, я блядь! Я поняла, молчать. Так, значит, если ему будет сильно нравиться работа, он будет буквально полностью отдавать себя ей, прям будет радоваться ей, то деньги с этой работы пойдут ему. Вот. Дальше. Ну, что еще? На здоровье. Он очень сейчас болеет, как ты сказал. У него болезнь, у него депрессия, у него там, ну, полный пиздец. Я за него очень переживаю. Молчать. Да хватит ебло-то мне затыкать, я копчай!
двигаюсь! Так, вот так, оставаться в не пойму в шоу-бизнесе. Да хуй с этим шоу-бизнесом, насосется хуёв богатых и продвинется, здоровье скажи! Блин, тут пока что не смутно, смутно, я бы сказала, смутно. Какая-то, что-то он, то ли ему что-то незаконное, какая-то передряга будет сейчас. Незаконная какая-то, передряга? Блин, да, это тоже мошенничество, как кража, вот что-то с этим, может деньги, что-то, может украдет деньги, что-то не то. Нельзя, если ему предлагать будут какой-то незаконный прибыль, какую-то там темки, что-то такое скажи, то чтобы ни в коем случае, вот ни при каких обстоятельствах, насколько бы не нужны были деньги, чтобы в это не влезал. Хорошо, я им передам обязательно. Блять, как ты? Ты вообще пиздец! Это у тебя сколько опыт второй вообще? Ай, маленький у меня опыт. Ну, как ну я тебе скажу, опыт маленький, но говоришь ты очень хорошо. Знаю, спасибо. Так, тоже еще что? Так, я бы сказала, что нужно очень, как бы, здоровье, что-то не так. Ну, понятно, да, что со здоровьем я упомянула. Ему нужно быть очень осторожным сейчас, и вот какое-то тоже вот незаконие, возможно, вот с лекарствами, такое ощущение, с его болезнью будет связано, там, допустим, как что-то нелегальное, там, насчет вот этой болезни, там, допустим, буквально там... ну вот, что-то такое, короче, с него идет, поэтому тоже нельзя ему на это соглашаться, эту херню всякую. И так, что еще по соседям кашля. На какую хуйню он сироп от кашля пьет, блядь? Молчать. Так, я бы сказала то, что вот, ну и блин, мне уже до хера карт попало, что какой-то суд будет, что вот какая-то незакончена, после которой потом выльется в суды, понимаешь? Поэтому ему это незаконие влезать нельзя, поэтому вот мне предупреди, прям вот у меня постоянно такие карты вот. Так, кубки, десятка кубков. Значит, вот мир, покой, свой дом, счастливая семья, дружба. В любом случае его это ждет. Все у него хорошо будет. Нужно потерпеть, нужно пережить. В незаконие влезать нельзя вообще никак. Жить, плыть по течению, стараться выбираться, искать нового себя. Вот в таком плане все это нужно делать. Вот, в принципе, про это я... W, спасибо, Диана! Да. Да. Ты молодец! Я тебе хочу сказать, твой парень фуфломет ебучий, он кого потерял? Да, потерял какой-то. Может, я тебя своим другом познакомлю, на которого ты гадал, он тоже с Москвы, с ЦСКА-ветки живет, нахуй. У него своя хата трехкомнатная. Не-не, почему? Новый путь — это знакомство с тобой, он ноги лизать любит. В смысле, он... Его трехкомнатная хата, если у него проблемы с деньгами, как так получилось? Ну, съемная квартира, но если человек в съемной квартире живет, это не говорит о том, что у него не может быть проблем с деньгами. Он тебя реально порвать может, у него хуй пешкой. Да, это пиздец. Ну, окей. Ну, слушай, пусть он сейчас со своими мальчиками ебется, раз он такой немножечко гей, поэтому как бы мне такое не надо, мне такое не интересует. А если бы он, ну, по девочкам был? Не знаю, мне просто не нравится его типаж, и вообще я на близких людей не гадаю, потому что это как бы берется грех, поэтому на близких людей я просто еще не гадаю. А как, что мне нужно сделать, чтобы карты Таро, ну, типа, как мне их отблагодарить, спасибо сказать? Нет, вообще-то специально, ну, как бы деньги на карту мне нужно скинуть. Че, охуела, блядь? Вообще-то, это не потому, что я прошу денег, а потому, что мне нужно... Вот я получаю эти деньги, я, по сути, делюсь своей как бы энергией с этими картами. Это их плата. Ну, как бы вот это энергетически тоже работает, поэтому бесплатно гадать не рекомендуется. Вот, я просто исключение ради тебя сделала. Ну, конечно, было бы лучше, если бы ты мне хотя бы 200 рублей на карту перевел. Я тебя в криптах... Я тебе один тон отправлю, 500 рублей в ТГ, окей? Что ты мне скинешь? Один тон отправляю тебе, дура! А что это? Тебе на кошелек ТГ придет, потом на карту выведешь, сейчас придет тебе... Подожди, а как это? А я даже не знаю, как это... Там будет. Легко карту, сука, привяжешь и выведешь, отправить тон. Блядь, чья пароль? Вот, отправил, чекай! 640 рублей. Один тон, ебать, он через год будет миллион стоить, нахуй. Так, а что мне дальше с этим делать? Получить один тон, да. Все, перейти в кошелек, там сама разберешься. Все, давай, обнял. Подожди, сука, у меня эта кнопка не работает. Да что ты доебалась, я тебя отблагодарил за твое гадание ебучее, что тебе надо? Что такое биткоин? Какой нахуй биткоин? Тон, кошелек, блядь. Да
такое вообще? Блядь, Диана, иди в пизду, ты меня заебала. Я просто о друге хотел узнать, чуть не мозгу ебешь. Алло. Долбоеб, я за твой секс 1 тон заплатил, пиздуй к ней нахуй. Кому, блядь, ей 15 лет, дебил. Ей 18, долбоеб, отправил тебя, при мне сейчас пиши ей. Давай, делай. Винмут не раз... Долбоеб, ей 17. Что за смайлики у нас? Пересозвон, пошло нахуй. Ты слышишь меня? Да. Пидорас. Ух ты, гандон, осуждаю, не поддерживаю.